Я сел в свое удобное кресло, а это значит, что сегодня новый выпуск вкратце. Сегодня я вам поведаю о такой группе, как Deftones. Группа Deftones образовалась в 1988 году. Создали ее три ученика средней школы. Состав группы: Чино Морено, Стефан Карпентер, Серхио Вега, Фрэнк Делгадо, Эйб Каннингем, бывшие участники Доминик Гарсия, Чичен и Джон Тейлор. У группы всего 8 альбомов. Больше всего популярности заработал третий альбом. В 2003 году вышел четвертый альбом. Но в 2008 году группа чуть не распалась после того, как басист Чиченг попал в аварию и впал в кому. Но в 2013 году врачам пришлось отключить его от аппарата жизнедеятельности. Некоторое время спустя группа выпускает альбом Diamond Eyes в 2010 году и Koi No Yokan в 2012, а в 2016 альбом Gore. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, всем adios!